Ну, чего, чайку? А, нет, спасибо. А ты чего дома сидишь? А что делать? Я не до того от Лизы отказался, чтобы ты дома сидел. А, спасибо, конечно, большое, но... Я все, что мог сделать, уже сделал. Все, что мог сказать, сказал, поэтому... Все это было до вчерашнего дня. До того момента, как я ушел из ЗАГСа. А теперь все... Все по-другому, все по-новому. По-новому? Не знаю, не знаю, там Ярослав, у кого как по-новому. У меня лично все по-старому. Не понимаю тебя. Ты же на каждом углу орал, что Лиза для тебя это все. Это воздух, вода, еда вместе взятые. А теперь что? Чего ты дома сидишь, штаны просиживаешь? Или что, ты хочешь, чтобы она сама к тебе пришла? Слушай, ничего я не хочу, отстань, пожалуйста. Как же ты не понимаешь, что я правда хочу, чтобы у нее было все в порядке? Но у нее может быть все в порядке только с одним человеком. И этот человек, к сожалению, не я. Приходько, погоди. А с чего ты вот это вот взял, что она может быть счастлива только со мной? Ты с чего это взял, а? Потому что по-другому и быть не может. Привет, Лиз. Лизка, я не понимаю твоей такой реакции. Это ж тебя Приходько бросил у алтаря, а не я. Хватит. Вот именно, хватит, Лиза, хватит уже бегать от меня. Давай поговорим, как нормальные люди. Да мне не о чем с тобой разговаривать. Тихо. Зоя Захаровна, а можно вопрос? Да. А почему у нас экзамен по химии письменный? Он же всю жизнь был устный. Потому что это мое открытие Зарецкое. Mm-hmm. Понятно? Бывает, отвечает ученик и двух слов связать не может. Ставишь ему тройку. А он возмущается, бежит к директору и спрашивает, почему такую оценку поставили. Вот поэтому вы и пишете письменный экзамен. Понятно? Да. Чтобы у меня были доказательства, которые можно показать директору. Да, Борис Максимович. Что значит опаздываете? Борис Максимович, у меня и так нет комиссии на экзамене. И вы еще не придете. Ну, все, Борис Максимович, хорошо, договорились, я сама справлюсь. Ладно, все, да. Так, Поскребышев. Да. Еще одно движение, и у тебя в аттестате по химии будет 2, понятно? А что я сделал? Вот ничего и не делай. Вот посмотри на пастух. Сидит человек, пишет и пишет. Вот и ты сиди и пиши. Сижу, пишу. Это вам экзамен, а не просто так. Пиши, пиши. Бабушка, давайте помогу вам. Давайте, спасибо, давайте, внученька, спасибо. А давайте я вам тоже помогу, бабушка. Спасибо, внучок, спасибо. Ага. Зря Люда Сановна ругает, нынешняя молодежь. Есть хорошие ребята. Конечно, бабушка, есть. Нынче разная молодежь пошла. Некоторые индивидуумы так все умничают и умничают себе в воротник. Абсолютно невозможно общего языка найти с ними. Есть. Есть. А есть, бабушка, еще, знаете, такие назойливые ребята, которые никак русского языка понять не могут. Есть. Да все они понимают. Просто некоторые на этом русском языке общаться не хотят. Да о чем общаться с этими некоторыми на русском языке, если уже все сказано и сделано давно? Как ты этого понять ты до сих пор не можешь? Вот у меня есть сосед Егорка, такой приличный парень. Да погодите вы с Егоркой, бабушка. Не устраивай, послушай меня внимательно. Последние полгода у тебя не жизнь, а сплошной малолетний каприз. Сначала ты себе вбила в башку, что со мной ты будешь несчастлива, и решила выйти замуж. Связать свои чувства штампиком в паспорте. Чижов... Да слушай меня, да слушай. Тебе нравится страдать, страдай на здоровье, но при чем здесь я, Ярослав, твоя мама, а при чем? Ты понимаешь, что только ты виновата во всей этой катавасии, понимаешь или нет? Да, понимаешь ли? М? Лиза, я буду ждать тебя на этой автобусной остановке, поняла? И, кстати, Ярослав сказал, что только со мной ты будешь счастлив. Ярослав, значит, сказал, да? Угу. Ну, хорошо. Ну, чё, какая же ты будешь её ждать? Ты же обещал мне сумки до дома донести. А, да... Молодой человек, а не поможете бабушке сумочки дотащить до дома? Спасибо. Куда вам? Вот на эту улицу прямо.
Здравствуйте. Это ж... Секундочку. Это школа? Школа. Можно к телефону Мухину Зою Захаровну? А, у нее экзамен. Знаете, я ее соседка. Соседка снизу. У меня уже полчаса потолок мокрый. Она меня затопила. Позовите ее, пожалуйста. Жду. Привет, Заров. Здрасте. Как у нас дела? Хорошо все. Здравствуйте. Здрасте. У Зои Захаровны экзамен идет? Конечно, идет. Там как, все тихо, нормально? Все тихо. Ну и славненько. Да, очень хорошо. А что у тебя сейчас с голосом было? Вот только что я спускался. С голосом? Что-то... А, да, бывает. Это с детства. Да, врач говорит, и из-за хора. Я в детстве в хоре пел. А, сорвал. Сорвал, да. Да. Бывает. Слушай, какой ты у нас талантливый. Ты еще и поешь. Там я чуть-чуть так. Я... Ладно, ладно, чуть-чуть. Надо будет этим воспользоваться. На будущий год. Конечно, буду рад. Рад буду. Зоя Захаровна, вас Лена Березкина к телефону просит. А она не в курсе, что у меня экзамен идет? Я ей так сказал. А она говорит, что там ваша соседка снизу звонит. По-моему, вы ее затопили. О, Господи. Так, если я вернусь и увижу, что кто-то списывает, сразу ставлю двойку, понятно? Соня, присмотри за всеми, я сейчас вернусь. Сказал мне за вами присматривать. Так что хватит тут списывать. Слушай, пастух, я 2 дня готовился к литературе. Мне не до химии сейчас. Хорошо. Тебе нужно на литературе выпендриться. А тебе, Игнатьев, где? По жизни, пастух. У меня вступительный вуз по истории включает 215 вопросов. Так что не мешай, пожалуйста. Иди. Вот, у вашей соседки очень встревоженный голос. Алло. Гудки. А? Ну, гудки короткие. Я не знаю, в чем дело, Зоя Захаровна. Упаковки сахара. Понял. Что ты себе позволяешь? Кто? Видимо, я. А что ты себе позволяешь? Сначала выставляешь меня полной идиоткой, а теперь пытаешься устроить мою личную жизнь, а? Что ты лезешь ко мне? Лиза, я думал, так будет лучше. Да откуда ты знаешь, как мне лучше? Откуда? Откуда? Слушай, заткнись уже! Слушай, заткнись уже! Да, Борис Максимович. Да, сейчас приду. Ты достал меня, понимаешь? Достал! Там полотенечко возьми. Давай я. Да не надо. Ну чё? Сработало? На 100%. Тоха, ты супер, красавчик. Ну, так я знаю. Спасибо. Ага. Ну? Что ну? Ну как что? Ну? Хитрый. На так. Ребенку на подгузнике. Так, это, конечно, хорошо. А теперь все силы на литературу.
Пусть Ольга Александровна увидит, какого напарня теряет. В Париже она таких не найдет. Привет. Что, плакала, что ли? Нет, нет. Бором на себе? Да. Хорошо. Лиза, а что у тебя на свадьбе-то произошло? Давай как-нибудь об этом потом. Не знаешь, чего он хочет от меня? Нет. Да? Лиза. Привет. Здрасте. А что это у тебя? Что? Глаза на мокром месте. Ты что, плакала? Нет, нет, все в порядке, Борис Максимович. Ну ладно, в порядке, так в порядке. Я, собственно, чего тебя позвал? Проблемка-то закончилась. Ты меня вроде как теперь не удел, да? Ну ты не переживай. Я кое-что придумал. Давай-ка мы устроим летний лагерь. Понимаешь, что я имею в виду? Да. Ну да, не все же ребята разъехались, кто-то еще торчит в городе. Ну и вот, я думаю, многие родители на это пойдут. Естественно, не бесплатно. Для тебя приработка, правильно? Угу. Вот и хорошо. То есть ты согласна? Да. Ты же в институт у меня собираешься, да? Да. И как там, все нормально? Все, ты готова? Готовлюсь. Я всегда был уверен в тебе. Ну, а как ты вообще, в принципе, себя ощущаешь? Я? Ну, в принципе, хорошо. Ну и хорошо, что хорошо. Я тебя, собственно, за этим и позвал. А летний лагерь? А, ну, летний лагерь, само собой. Это мы, конечно, устроим. Как у тебя с Димой? Я не знаю, о ком вы говорите, Борис Максимович. Подожди, Лиза. Ты, послушай, ты зря так говоришь. Борис Максимович, я... Подожди. Вот, послушай. Одну минутку, я тебя очень прошу. Я знаю, что ты хочешь мне сказать. Это не мое дело, и я это очень хорошо понимаю. Я лезу не свое дело. Просто я думаю, я имею право поделиться с тобой своим опытом. Мне сейчас 45 лет. И я в своей жизни очень небрежно относился к людям. И многих терял. И вот если бы не вот это вот чудесное появление моей дочери, просто чудесное, которое могло не быть, понимаешь, я сейчас, а также и наверняка в будущем, остался бы совсем один. И это очень страшно. И поэтому позволь мне только один маленький совет. Маленький. Надо уметь в своей жизни возвращать и возвращаться. И не надо этого бояться. Правда. Извини. Все. Может быть, вы и правы. Я прав. Поверь мне, я прав. Я знаю, о чем я говорю. И ты напрасно здесь сейчас вот сидишь такая спокойная. Тебе надо бежать. Может быть, где-то тебя кто-нибудь стоит и ждет. Ждет. Поехали, Любушев. Так. Странно. Надо же, ни одной ошибки. Скребышев. Ой-ой-ой, не устроила. Ну что ты носишься, как угорелая? Простите, Зоя Захаровна, простите, пожалуйста.
Я лично считаю это вопиющей несправедливостью. И что тебе не нравится? Я 10 лет учу уроки, готовлюсь к контрольным, пишу рефераты. Я, между прочим, на школьной дискотеке 2 раза в жизни была. И все. Все ради этой золотой медали. А Поскребышев с Игнатьевым списывают за 5 минут, и им ставят 5. Сонечка, ты успокойся. Правда, успокойся. Ну, недаром люди говорят, что наглость – это второе счастье. Поскребышев, он наглый, наглый тип. И поэтому счастливый. А я не наглая. И такая же несчастная. А где справедливость? Зоя Захаровна, а оценки уже известны? Я рассчитываю на 4 хотя бы. Да, оценки будут через 30 минут. Соня, ты мне нужна. Зайти на секундочку? Конечно, Зоя Захаровна. А зачем это Мухе пастух понадобилось? Кажется, я поняла. Пастух всех сдаст. Надо срочно ребятам звонить. Срочно. Картошка на плите. Соня, вот работа Поскребышева. Просто вот пробеги глазами ради интереса. Что ты скажешь? А ты умеешь пользоваться этой шарманкой? Да вроде умею. Так. Ты посмотри, чтобы в коридоре чисто было. Угу. Антоха просил, чтобы не запалили. Нормально, давай. О, вот они. Вроде все правильно. Поскребышев молодец. Молодец. Вот то-то и оно, что молодец. Поскребышев не мог написать такую работу. Понимаешь? Это хоть убейте меня. А если он не писал, значит, он списал. Ну так что? Что ты на это скажешь? Или вот Игнатьев, который за весь год еле-еле тянул на 4. Или вот Волопаев, Письмиченко. Соня, объясни мне, что произошло в классе, когда меня вызвала Лена Березкина? Сдаст. Точно сдаст. Мне Дашка звонила и рассказывала, как она в кафе только что пела про справедливость. Ты в классе тоже сам помнишь. Слушай, помолчи, а. Я ничего не видела, Зоя Захаровна. Да нет. Ну, умничка ж, а. Умничка. Молодец, пастух, я тебя люблю. Людям надо доверять. Я так и знала, что ты так скажешь. Но я на 100% уверена, что фамилии, которые я тебе назвала, это просто наглые обманщики. И их надо выводить на чистую воду. Их надо наказать. И ты мне в этом поможешь. Каким образом? Я им всем поставлю 3. Но если вдруг они возникнут и начнут возмущаться, то ты скажешь, что ты видела, что они списывали. Понятно? Все ясно. Ну, ЗЗ, ну дает, а? Что будем делать-то, а? Не знаю я. Может, обойдется? Чего ты сомневаешься? Надеюсь, ты согласна. Или мне просто придется пересмотреть и твою оценку? Как? У меня же все правильно. Не надо говорить. Всегда можно к чему-нибудь придраться, если очень захотеть. Ты написала на 4, это правильно. Но это не золотая медаль, которой ты шла все 10 лет. Ну так как? Черт, а?
Я полагаю, что глупо жертвовать золотой медалью ради всяких авантюристов. Зоя Захаровна, я не видела, как ребята списывают, и не собираюсь ничего подтверждать. Глупо, Соня, понимаешь? Глупо. Я тебе была лучшего мнения. Зоя Захаровна, отцепитесь от пастух. Я сам могу признаться, что я списывал. Даже так? Даже так. Ставьте мне хоть двойку, мне все равно. Но ваши методы – это ужас какой-то. Ты меня еще будешь учить, да, Поскребышев? Ну нельзя так человека унижать из-за какой-то дурацкой оценки. Нельзя. Вы, конечно, извините, Зоя Захаровна, но не надо лишать Соню золотой медали. Как раз она ее заслужила. Да не нужна мне ваша золотая медаль. Можете ставить мне свою четверку. Только от ребят отстаньте. Это их жизнь, не надо ее портить. Так, быстренько вышли из учительской. Ждите меня в классе. Оценки будут через 5 минут. Идите, идите. Садитесь, пожалуйста. Ну, что вам сказать? Много я в своей жизни принимала экзаменов, но подобные впервые. Ладно, давайте перейдем прямо к оценкам. Зарецкая – 5. Игнатьев – 5. Поскребышев 5. Маслов 5. Пастух. Все происходит в первый раз, а может просто повторяется. Сегодня первая любовь столкнулась в первый раз с предательством, и не хватает нужных слов, не разобраться в обстоятельствах.